Всем привет! Очень долго мы откладывали поездку в Майкоп, все какие-то дела, то погода. Сегодня, короче, приехали в Майкоп, сегодня воскресенье, на улице тепло, ветерок немножко такой прохладненький, но еще 9 утра, наверное, будет и теплее, и жарче. Так что пойдем на рынок, прогуляемся, посмотрим, что у них нового, что интересного. Ну вот, пришли мы на рынок, саженцы посмотреть, сперва паучки. Лаванда. Сколько всего, да? Мама, у тебя растет гортензия? Растет. Ну и как, прижилась? Не очень? Вот я ее пересадила, не знаю, что ей надо. Да? В тень надо ее сажать. В тень надо ее сажать, да? Она солнце не перед. О, прикинь. Так что вот, на баню построить и туда гортензию посадить. Это все кустовые, да? Кустовые, спреи есть, а плетистые? Есть, а? Плетистые? Плетистые, парковые есть. Все будет делать. Плетистые, плетистые. Сколько цветочков, сколько цветочков, да? Все уже такое цветет, цветет. Вон гортензия тоже в этих. А гортензия почем? Стакан 100 рублей. 100 рублей? Роза белая, розово-сиреневая, вот не забудьте. Там есть красная и розовая. О, геранище, геранище. Какая, всякая разная. Красивая. А что-то у меня, я ее забыла, оставила на улице. Анькину-то. И она у меня умерла, короче. А может и пойдет, не знаю. Какая красотенькая герань, герань, герань. Ух, какая куча герани, прям все такое забито, красота прям какая, да? И 100 рублей это всего, да? Виолы, это виолы же все, да? Вот это. Водички. Хвосты, вон уля, по 30 рублей. Ну да, так я насажала, не знаю. У меня это живая, не выкопала собака. Да? Но она еще только не вылезает. Это уже урожайное. А от булетки уже? А? Два года ему уже или что? Есть и два года. Есть, которые в один же год продан. Такой розовый. Гладиолус, смотри, тоже какая хорошая луковица, 25. Ага. Это герань, да? Садовая. Такая замечательная луковица. А вот эти потом? 30 рублей. Они же многолетние. Конечно, это многолетка. Розы тоже такие хорошие кустики, да? Я розу хочу себе плетистую, желтую. Вот это вот как называется? Гиацинт. А, гиацинт, да? И сколько он времени-то цветет? Гиацинт. Ну, а что-то у тебя таких нет? Ну, у меня один синий остался. Не, вот что-то такой с шапкой. Но, да? И да. Сколько он будет цвести? Ну, вот он начинает у меня расти. А, недели три цветет? Но. Выкапывать тоже не надо? Не надо. И он потом размножится сам? Да, ничего-то мне не размножается. Да? Как один влезет, так один и вылезает. А конечно. Да? Мне только нравятся такие, ну, здоровые. Нравится, да. Большие такие. Он уже помидоры. Да, да, в Широнске тоже у нас уже продают. Парник. А, парник? И быстро растет. А что, у тебя своей нету рассады? Да есть, да когда она вырастет, еще посадишь. А как это называется? Это лютики. Лютики. Это такие лютики? Да, нифига они себе многолетние. Лютики. Нифига себе лютики. Но. И почем они? По 200 рублей. Смотри, 200 рублей? Эти по 200, анемоночки вон по 100. Вот, а, вот такие анемон. У меня. У тебя да. Анемоны, они лютики. Анемоны, да. Это анемоны. И эти на зиму не надо будет ни выкапывать, ничего, и будут ползти, и размножаются дальше сами. Ну, просто пусть их разрастается. Да? Интересно, вот сколько елочек, красота какая. Елочек просто тьма. Ну, а герань-то вообще, герань просто красота. Здесь вон какие лютики красивые.
Одни, видать, низкорослые, а другие да, выше, да? И низкорослые почем? 150. А эти? 100 и вот эти 200. А, эти 200 повыше, да? Потому что они еще разные высоты. Да, они разные. Эти-то какие красивые, вообще огромные, да? Да. Какой красивый лютик. Да, очень красивый. Ну, лютиком его вообще не назовешь, да? Какой? Роза просто. Роза азиатский, ну, да? Просто роза. А вот пришли мы в мясо. Курочка. Колбаска. Тут несколько. А мы смотрим еще. Пожалуйста, все дешевле, чем везде. Да? Все дешевле, чем везде. Такие огромные окорочка, да? Большие. Это не мороженое. Есть мороженое по 105. Но они без воды. Есть окорочка по 110. Курица домашняя. 170. Окорочка 210. Ну? 210. Курочка 260, филе, заморозка 115, а мы в тот раз брали какие, замороженные? Не замороженные же брали, да? Вот здесь вон охлажденные, 140, Андрей, в чем разница-то? Какое здоровенное индейка вообще, да мы просто сняли. Да пока нет. Сейчас. Беларусь. Вот, я дам попробовать. Я по пути даже снимаю мясо твое. Не, вас не снимаю. Давай такая система. Мы так вот считаем, и сейчас я кусочку беру. Да все они одинаково считают. Было на 690, на выход 290 посчитаем. Такая система. Да. Ну давай возьмем. Мы свешиваем кусочку. Да. Уже затарились по полной. Все, пойдем за сыром, да? Да, сыр. Сыр и тьма. Ты идешь впереди. Сыр. Есть с орехом, есть со специей. Ой-ой-ой. Разнообразие, да. Сейчас посмотрим. Надо пробовать. Угу. А ты косичку, да? Косичку? Не, спасибо, я правда в принципе. Косички есть такие, девочка. Видим. Вот эти все такие. Все зовут, да. Девочка. Не, беленький не хотим. Копченый датчик. Да, сейчас найдем чего-нибудь. Чего только нет. Папа, ты же выбираешь. Да, я думаю. Вон, Леша, попробуй. А он не ест белый этот сыр. А это сулугуни. Сулугуни, да, не ест. Леша, ты ж не ешь его. Косички. Сейчас у нас папка выбирает сыр. Сейчас. Ну что, красненький будем брать? Перцы. Да, мы вот в тот раз брали вот этот, нам понравился красненький, да? Да? Сейчас. Не, мы брали зеленый, специи. Зеленый брали и красный брали. Такой солененький, да, сегодня? Да? Угу. 310. Ну, этот такой вкуснее. Мне очень. А такого и такого косичку возьмем, да? И красненького, и зелененького возьмем по косичке. Почем они косички-то? Угу. 327-320. Угу. По 150 где-то примерно, да? Угу. Эти на вес, вот 100 рублей. Две возьмем, да? Не надо добавлять, да? Да. Хватит? Хватит.
А, беленький нет. Это мы к пивку. Да. Уля, вы брали такой? Да, мы и зелененькие, и красненькие. Ты попробуй, он вкусный. Тебе какой понравится? Красненький, острый. Меня сыром просто закормили. Все дают такими большими порциями. Короче, затаривались мы мясо, вообще ужин, да? Мясо накупили просто тьма. Давай. Сыров накупили просто тьма. Я такая жую, так у меня полный рот сыр. Все, пойдем на улицу за саженцами, да? Да? Пойдем. А то у меня ничего дома нету, конфеток никаких. Чего у нас черная шоколадка, с черной начинкой? Смотрите, вот я помню, что прекрасно у нас по 200 рублей. Первый ряд, где парень, не смотри. Вот это все с черной начинкой? Не все. Не все? Ага. Я говорю, сыром накормили, конфетки закусила, так вкусно прям вообще. Закончили мы с рынком. Короче, по цветам, по саженцам, здесь, между прочим, намного богаче, чем в Апшеронске. Мы просто вот в апреле, в мае, считаю, вот не были в Майкопе, да, еще. Нам казалось, что наш рынок офигенно богатый по цветочкам, там именно по рассаде. А оказывается, здесь вообще, вот мы купили 4 винограда всяких разных. Но виноград цена, как везде, да, 300 рублей, то есть не дешевый. Виноград вот купили, саженцы. Такая гортензия, вообще уже такие хорошенькие прям росточки, всего лишь по 100 рублей, вот малиновая и белая гортензия. А еще, вот я вам показывала там лютики. Ну разве это возможно назвать лютиком, да? Вот, разве это можно назвать лютиком? Это самый маленький, это мы вообще просто взяли ради интереса, по 50 рублей, а там по 100, по 150 и по 200. Просто розы, реально розы, и это называется лютики, да? Офигенная ассоциация с лютиками, да? А мама купила себе вот такой вот оранжевый лютик, вообще, ну просто розочка, да? Мама, ты что еще купила? Да вот таких еще люблю, первоцвет. А, первоцветики, да. Да. А, это как луковичные, да? Да, как луковичные всякие разные, да. Что-то ты еще купила? Огурец и это. А, вот еще какие-то. Покажи, какие у нас. А эти почем? По 30 рублей. Вот. Не, ну это лютик, да, ну офигеть. Мама тоже по 50. Ну да, по 150 там. Офигенно, один. Да. Я тепличка. Тепличка лучше. Ну что, давай укладываться. Ну что, всем пока. Очень нравится нам Майкоп, да? Леша, да. Ты не устал? Устал. Устал? Не, очень замечательно Майкоп, так что ездить будем продолжать. Да.